наконец-то. Так и не уехали по этой дороге на свои места, слава богу. Не все надо, да? В России за границей продолжаются акции в поддержку Андрея Стенина. Освобождение российского фотокорреспондента потребовали участники прошедшей выставки. Борьбе с фашизмом на Украине. Похищенного сотрудника давай. Сегодня поддержали польские репортеры. В Киеве уже почти две недели скрывают правду о смерти Андрея. Лишь однажды проговорились. Советник главы МВД Геращенко заявил, что журналист арестован службой безопасности за то, что якобы присутствовал при пытках и казни украинского десантника. Прицепился, да, играет. Сам больше, сам меньше этого. Для освобождения Андрея Стенина. Находит себе занятие, да? США, если такое, проводили разбор полетов в работе американского агитпропа и строили планы на новый сезон. Ну-ка, напади, да.